Губкин с рабочей поездкой посетил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. Он провел прием граждан по личным вопросам, а также посетил значимые объекты округа. Хроника визита у Григория Миронова. Прием граждан – обычная практика. По поручению президента высокие чиновники встречаются с жителями на местах. Во время посещения Ледовой арены мы поинтересовались у заместителя полпреда, с чем обращались к нему губкинцы. Чиновника приятно удивило то, что их вопросы носили в большей части не индивидуальный, а общественный характер. Вопросы строительства, обустройства там, дороги, вопросы строительства там, значит, дошкольных учреждений – это те вопросы, которые люди поднимают и вправе ожидать на них ответа. Очень приятно бывает, когда человек приходит с таким, скажем, общественным вопросом о строительстве дороги для многих тысяч людей. У нас нет вопросов, которые, как говорится, не решены. Мурат Зязиков посетил не только дворец спорта «Кристалл». Также ему показали гордость Губкина – спортивный комплекс «Горняк». Большое сооружение, объединяющее множество залов. Открытый стадион с трибунами и современный легкоатлетический манеж. Чиновник остался доволен увиденным и дал оценку работе местной власти, которая видна по всему – от содержания дорог до отношения к жителям. А здесь все, вот, механизм такой запущен. Это бывает только там, где действительно... Вот все организовано четко. Впечатляет очень. Такое бережное, очень такое доброе, чуткое отношение, что чувствуется в целом и на Белгородчине, вот, к людям в целом. Мэр города, вот, Анатолий Алексеевич, это тоже команда такая, настоящая, команда Евгения Степановича. А там, где команда работает слаженно, там и результат. Григорий Миронов, Сергей Кириченко, новости мира Белогорья.